В ночь с 31 января на 1 февраля сотрудники дорожно-постовой службы задержали угонщика двух автомобилей. Им оказался ранее судимый житель города Кургана, приехавший в Анапу на заработки. Находясь на маршруте патрулирования при контроле за дорожным движением на улице Спортивный, город Анапа, был замечен автомобиль Ford, двигающийся с нарушением правил дорожного движения. Были приняты меры к его остановке, водитель наши требования проигнорировал. После принудительного задержания данного транспортного средства было установлено, что данный гражданин находится в состоянии алкогольного опьянения посредством освидетельствования на месте через прибор алкотектор. В отношении него составлен административный материал по части 3 статьи 12.8 Административного кодекса Российской Федерации. Материалы переданы в отдел МВД России для дальнейшего разбирательства.